Итак, привет, друзья мои, гости и подписчики моего канала. Короче, решил я сейчас поехать в город, сначала съездить. Вечером хочу сходить потом на рыбалочку, на озеро обратно. Только вечерненько, попробовать вечернюю. Вот. Попробую поблеснить вечерком, посмотрим, что из этого получится. Пока еду в город на велосипеде, вот на этом своем велике. Вот, будет видосик, как я езжу, еду. Давайте, может, кому понравится, может, нет. Все, ребятки, вперед. Приветствую. Ну чё? Можем посмотреть? Это самое дешевое? Бываешь за 2200, ну вот с таким барабаном. Здоровый, да? Такая, да. Блин. Так, оно же меняется сюда, на эту сторону, по-моему, да? Лево-правое.
Насчет этого я не знаю. Я что-то ими никогда не пользовался. Должна меняться. Может быть. Бегом бежал, что ли? А? Бегом бежал, что ли? Да не, ехал на велосипеде. Ничего себе, опарыши. Здоровые. Так, вот знать бы, меняется она, не меняется. Инструкция нема там, да? Вот это опарики. А что, откуда такие здоровые? Что за мухи такие? Такие, что ли, мухи? Навозные, типа, да? Не, может быть, овод какой-нибудь. Значит, катушки подорожали этих. Жаль. Нет, она должна меняться. Даже не написано, где левая, правая. Ну сейчас-то она правая. Ну нет, ну да, мне же надо на левую руку. Я так не умею крутить. Я с этой стороны так кручу. Да нет, она откручивается, вот эта штука снимается. Это откручивается, туда прикручивается, это тут сюда застегивается. По-моему, так. Только как? Тут же подшипники как-то меняться должны потом тогда. Это получается наоборот будет, да? А, нет, она же две, ну все правильно. Так вот переворачиваешь, сюда вставляешь и все. По-моему, так. Но она работает красиво, да. Угу. Как пульнул. Надо тормознул, да и все. Это шторм, да? Угу. Там же, он же этот, как его. Подшипники, они это еще. Там подшипники эти. Ой, как же стоят, не подшипники, а эти. Магниты. Магниты она так жжж легостенько тормозит. Блин, а как она называется-то хоть? Мифин. Бляха-муха. Я не знаю, дешевле ты найдешь или не найдешь. Не найдешь. Ребят, купил я еще себе такие блесны. По две штуки каждый. И купил катушку новую. Посоветовал мне такую нормальную катушечку, говорит, хорошо работает. Там еще запасная идет эта шпуля. Пластмассовая, черная. Вот. Потом все дома вам короче покажу. Сейчас едем дальше с вами. Вот. Едем забирать посылку. Давайте потом включимся. Не сыгнется. Вот у нас главпочтамт. Нам третий кабинет. Тук-тук. Здравствуйте. Вы мне звонили. Партизанская 4 в Улитедо. 4-26. Сейчас паспорт покажу. Пачпорт. Где мой пачпорт? Вот он. Угу. Это одна только была, да? Одна, да. Ага. Я даже не знаю, что... А, все, я знаю. Все, спасибо, до свидания. Все, ребят, маленькая посылочка пришла нам. Там, я знаю, что там, значки. Два штуки. Дома распакуем, посмотрим, прав я или не прав. Сейчас едем дальше. Другой конец города. Магазин, где продают дешевую у нас одежду.
Надо брюки себе купить на работу. Так как на работе у нас спецодежду надо, форму надо покупать. Вот, очень дорого. Я лучше куплю здесь за 400, чем у нас за 2. Вот наша площадь Стефановская. Видите, катаются птички. Вот столько много всяких этих. Даже взрослый есть он, квадроцикл электро. Вот такие дела. Пойдемте, люди. Мегахант. Тёма, сейчас достать, помять будете? Мегахант. Second hand, мегахант. Здесь нужно же. 90% скидки. Работаем. Ну давай, работайте. Народу, как вам залей? Офигеть. Офигеть, народу. Все, раскупили уже. Как будто в последний раз берусь. Спорт, спорт. Женские. Мужские. Конечно, черных нет. Хотя лучше нам же на единственном экземпляре. Вот 50 удики. Так, в общем, друзья, брюки я не купил себе, моего размера нету, так что едем домой без брюк. Ну, в следующий раз купим, завоз постоянно
такие скидки постоянно. Thank you.
вот рулетки по мосту, иду. Не поехал уже, пойду. Так. Вот наша речка. Речка Сысова. На той стороне люди. Там на той стороне люди, не знаю, видно, ой, блядь, вот там, люди, на блюде, балдеют. Вот. Вон один рыбачок там сидит. На фидер, наверное. На той стороне тоже люди. Да, речка поднялась, конечно, тоже немало. Ладно. Так, ну что, друзья мои, вот я и прибыл домой. Так, сейчас хочу взять ножичек. Ножичек взять. Давайте посмотрим, что там пришло с Китая. Посылочка какая пришла с Китая. А потом катушечку, которую я сегодня приобрел. Так, давайте посмотрим. Ну, я, наверное, думаю, что это значки по-любому. Да, точно. Это значки, ребята. Вот такие значки Российской Федерации. Вот такая красота. Белый, синий, красный. Два штуки. Вот с такой застежкой. Угу. Ну и нормуль. Пусть будет. Они вообще стоили копейки. Так. Катушка. Вот я купил сегодня катушку. Цена, смотрите, 540 рублей. Катушка Мифин или Маффин Мифин. Мифин. Вот. Короче, номер SF 732А. Вот такая вот красивая катушенция, ребят. Сейчас, секундочку, давайте вот так вот. Оп. Встанем. Оп. Вот такая катушечка. Вот такая вот. Вот ее номер катушки. Вот еще номер катушки. Такая классная, тут ничего не шатается даже, я уже там проверял. Вот тут что-то написано. Компьютер балан. Балансир, что ли? Компьютерная, что ли, балансировка. Два вот подшипника вон даже нарисовано, видите? Подшипник два штуки стоит. Вот шпуля раз. Ребят, вот шпуля, да, сама такая блестящая. Смотрите. И вот еще одна шпуля. Вот это пластмассовая шпуля. Такая черная. Вот. Ну и тут запчасти от нее. Одну там потерял, блин, в магазине. Такую железную штучку. Ну, продавец сказал, найдет. Ну, мы с ним как бы знакомы уже хорошо. Вот. Такая шпуля. Это железная шпуля. Это пластмассовая шпуля. Катушка очень добротно сделанная. Такая прям моща. В общем, вот такая штука, ребят. Давайте тут покажем. Вот. Наверное, видно вам. Вот такая катушка. Вот, короче, такие вот у меня эти. Ну и еще я купил тоже по две блесны. Вот.
Те, которые у меня рабочие. Одну, которая с рыбкой, желтая-белая. И, ой, желтая-черная. И этот, как его? Ну, название-то забыл уже, ё-моё. Вот голова-то, блин. Ай, чем старее говорится, чем... Ой, кыш! Да, эти пчелы летают. Вот. Профилюкс, короче, взял. И вот этот. Мэпс. Пятерочку опять. Вот, видите? Такие же, ну, те же самые. Так как работают хорошо. Мало ли, можно потерять. И все. А так запас будет. Профилюкс стоит 100 рублей. Мэп стоит 70 рублей. Вот. Катушка стоит 540 рублей. Буду ставить я ее. Вот. Короче, взял недавно вот этот вот. Короче, ну вот этот, помните, купил-то сейчас на днях. Представляете, верхняя вот эта штука, колечко, вылетело отсюда. Все, может приклеить как-то, не знаю даже, что делать. Пока не буду трогать. Я возьму вот на эту, на Red Dragonfly 2.40 поставлю. Тест у нее 10.30. Вот видите, тут все написано. Вот. На нее поставлю. Она такая двухсоставная часть. Вот. Попробую на него. Катушку, короче, эту ставлю новую. На нее. Ну и соответственно возьмем сейчас, секундочку. Так, здесь у меня нет. Так. Ай-яй-яй. Придется, наверное, сейчас. Наверное, придется на велике сейчас домой сгонять. Так как у меня здесь, по-моему, нету шнура. Ну, резки. Да, нету шнура. Очки здесь, это здесь. Шнура нет. Ладно, ребят. Съезжу сейчас я до дому за шнуром. Наверное, все-таки как раз пока туда, пока сюда. Вот. И наступит. Будет попозже уже, вечерок как бы будет. Вот. Сейчас посмотрим, что на небе-то у нас. Вроде как бы говорят, что вообще не будет дождей до субботы. Но если не будет, так вообще будет хорошо. Как бы так нормально на небе-то. Ну, относительно. Сейчас сгоняю, короче. Вот. И потом, короче, давайте, видео будет, часть вторая будет. Только я уже буду снимать на телефон. Вот. Ну, так как нет у меня этой подставки, тут заставки этой, короче. Короче, буду снимать на телефон. Будет часть 2. Это часть первая. И продолжение, короче, сегодняшнего дня будет часть вторая. Так что, ребят, давайте увидимся потом на водоеме.